утро, ничего. Собачку зовут Зейна. Зейна любит щекотку. Любит щекотку. Это собака Ибрагима. Ибрагим это... Так, надо снять. Да. Вот, Изолкар. Ибрагим Изол. Вот у него мы сегодня взяли две машины в аренду. На один день. Вот Ибрагим там сидит. Это одна из машин, это Фиат Эгеа. Приехали в Довутлар. Знакомые места. Здесь я прожил полгода. Зират Банк. Это вот Карфур. Там вот базар. Мечеть, горы. Красота. Летом здесь классно. Море рядом. Едем по Гарджик. Вот эти деревья, это сосны. Коровка нам тут. Священное животное. Благословит нас сейчас. Ух ты, теленок-то вообще какой. Только вчера родился, наверное. Еще один. Ничего себе. Нормально, не извините, сидели по дереву. Пирсинг ему уже поставили. Слушай, а на... там у нас нет таких, да, сосен? Здесь они как-то, видимо, какой-то... Здесь уже корм, да? Здесь что-то другое, да, с погодой? Они все такие, смотри. Да? Но у них вверху начинается ветвление. Как будто их подстригли. Продолжаем наш путь в Багарджик.
И я удивился, конечно, что какой формы здесь сосны. Они здесь какие-то очень интересные. То есть у них ствол без веток, а верхушки у них в виде шариков таких. Даже не шариков, ну, ближе к этому. И видно, что спиливают их, вот эти стволы, на стволах ветки, видимо, для того, чтобы отапливать помещение. И, видимо, поэтому они здесь такой формы. То есть это, скорее всего, не природное какое-то явление, а произошло путем вмешательства человека в природу. Так вот. Вот Бешбармак. Возможно, мы вот туда сегодня и будем подниматься. Он здесь идти, если улетит. Да-да-да. В ущелье. У-ху. Вот, пожалуйста, запрут. Да, заборчики каменные. Чардар. Деревня Чавдар. Старая. Дома уже здесь лет 50-м точно некоторым, а может и больше. Вот такой ландшафт у нас по дороге. Как-то напоминает как будто бы какую-то Африку, что ли, саванну. Это вот сосны такие интересные. Вообще интересно здесь, конечно, местность. Турецкая музыка, песни полюбились за это время или еще нет? Или не понравится? А, перестали раздражать? Ну так вот, слушаешь, да, по радио. Нет, специально нет, конечно. Я тоже как-то машины свои нет, радио. Я тоже несколько раз брал на прокат. Где радио играют. А я тут что-то турецкую народную музыку послушал. Блин, так понравилось вообще. Не все, конечно, но некоторые песни прям такие роковые, короче. Мне прям гитару пили в прошлом году летом, вечером. Прям песни под гитару пили, и я бы сказал, это, знаете, что-то типа наши строят рядом. Ничего себе. Чтобы никуда не переехали. Забор он все равно у нас. Вот такие здесь красоты, скалы, сосны, водоем. Какая-то Карелия, как будто бы, да, немножко? Я там никогда не был. Ну, по фоткам я тоже особо там не был, один раз только был. Ну, вообще класс.
Красотень. А? Угу. Вот такой пейзаж. Как же это чудесно. А, там миндаль цветет еще. Ну такой февраль тут условный. Турецкий февраль. Просто, по-моему, была вообще такая не слишком холодная. Ну, и даже не слишком. Январь был холодный. Да, январь был очень холодный, и в этот день я сидел дома. Даже жена мерзлячка и сказала, что январь был лучше, чем прошлый. Мне прошлый январь понравился больше, но этот февраль пока лучше, чем предыдущий. Брали машину в Бахов-Кали и потом обратно ехали в этот Милос аэропорт провожать. Я думаю, то, что как дорогу проложил через Изгасилик, свернул через какой-то кайф. И вот я понимаю, что мы едем-едем, и прям в каньон какой-то, ну, в смысле, горы, я говорю, сейчас будет серпантин красивый, потому что выбраться отсюда можно будет только одним способом. Но действительно была красивая дорога, мы поднялись резко, здорово, а потом оказалось, что там каньон рядом, короче, там не очень недалеко, О, как аккуратненько сложили, да? Вот и куда деваются, загадка разгадана. Скалы. А вот как раз и багажник, да? Вот и мы и прибыли, да? По-моему, налево, да? Сейчас посмотрим. А нет, прямо рисуют. Сегодня прямо. Вот еще идет, вместе с нами выходит группа туристов. Два автобуса. Вообще... Свадьба. Вот из этой точки мы сейчас и выходим на вершину колесо, так называемую Тепеле. Самая высокая точка хребта Беж-Пармак. Пять пальцев. Прошли чуть-чуть. Красота, конечно. Это ничего не сказать, если сказать. Красота. Да, удивительное место. Вот отъехали буквально полтора часа от Кушадасы. И вот ландшафт поменялся. Еще другой. Поспишь, мне кажется, вероятность резко увеличится. Да я уже 2 месяца прошла. Месяц, наверное, нормально не сплю. Красота. Коровы. Считается священным животным. О, бычок отпускает к себе. Так смотрят, прям вылупились. Здравствуйте, дорогие.
Стали прямо на краю. Не боятся ведь. Водопой. Что, может, привальчик сделаем небольшой? А-а-а. Мне кажется. Подъем пошел. Фух, погодка сегодня хорошая. Солнышко. Не ветрено. Здорово. Тут дорога прям. Даже не тропка. Идется очень комфортно. Красота справа слева. Ну, ландшафт, конечно, здесь. Да, ребята. Я думал, красиво на маршруте Приена до Утлар. Но здесь как-то... Нет, там тоже красиво. Но здесь как-то необычно очень. Птички поют. Иду, снимаю, просто показываю. Вот нам на пути встретился здание непонятного предназначение. Ну, наверное, это пастуший домик, наверное, скорее всего. Укрываться от дождя. Все такое. О!
Нет, не залезла. Может, привальчик сделаем минут на 10? Или уже тот был привал? Это бесполезно. Собакен радуется, бегает. Возможно, мы идем вот на эту вершину. Выглядит высоко. Ну ничего. Это только как так кажется. А когда начинаешь идти, так оп-оп-оп, и ты уже на вершине. Так, ручей встретился нам на пути. Ну, места здесь, конечно, захватывающие. Дух перехватывает аж прям. Как выразился Саша, Багарджик — другая планета. Встретилась нам достопримечательность на пути, так называемый храм Зевса. Вернее, то, что от него осталось. Ага, вот колонна лежит, еще одна лежит. Две колонны стоят с прямоугольным сечением. Ну, либо он заработал, либо он доброе дело решил сделать, да? И то в плюс ему, в карму. Не, я думаю, что он там останется на пути. Ну, у нас там прямо пошла, надо с этим идти. А, да? Жандармы, да? Все проверили по полной? Базы там носили, номера, там другие диктовые. А, даже так? Ничего себе. Они не то, что носили, а проверяли, есть ли учили. Вдруг мы нелегалы. Ну да, там же такая зона как раз, через которую нелегально часто пересекают границу. Поэтому там, да, поэтому там. Ну, перейдем сейчас, потому что мы в октябре когда ездили. Я вообще все документы забыла. Ага. Окей, да? Вид, так что возможно вот туда идем сегодня. Похоже очень.
Как, что, вот это вот... Ну вот, моторцы, бортики, заборчики. А, ну гряда, в смысле, да? Ну просто забавно, конечно, с рождения. Да, некоторые слова, которые ты даже не знал, что все не знают. А, ну растыка еще. Ну растыка, это знаем. Я не знаю. Ну, типа, как это? Ну так бы сразу и сказал. Не знаю, куда смотреть даже. Место закончится быстро, да? Что там? Кто говорит не туда? Игорь, такие ландшафты встречались тебе? Конечно. На самом деле, вот кроме сосен этих странных, все очень похоже на Алтай и на Саян. Да? Угу. Классно. А вот сосны, конечно, здесь другие. Угу. Так, первая у нас непонятная ситуация. Сошли с трека, непонятно, куда дальше идти. Сейчас вернемся обратно на перекресток. И повернем направо. Вернулись на ту же точку, откуда у нас пошел трек не туда. Сейчас пойдем направо. Продолжаем наш путь. Уже пошла вот такая дорога, каменистая, где-то ручьи. Красота продолжается. Скалы тут необычной формы такой. Валили небольшой хребетик. Ветерок здесь поднялся. Сейчас чуть-чуть немножко перевал будет там. Нормально будет задувать, мне кажется.
это ветер и красота. Это прям мой топ. Зизи топ мой. Чуть-чуть прошли и уже на другую сторону. Слова закончились. Да, да, ребят, на, девчат, на юге. Ух, вообще этот. Класс. Здесь прям недалеко от Кушудасе есть шикарные горы, оказывается. Вот это, наверное, перья и есть тоже, называется перья как-нибудь. Перья — это же не просто название, это термин такой геологический. Как и бараньи лбы тоже, это тоже геологический термин. А это перья. То есть у перьев есть определенное описание, как они образовались. Как и у бараньих лбов тоже. Перескочить, да?
трек богат вьюпоинтами. Сосна какая красивая стоит, одинокая. Против ветра. Смотри, сейчас вылезут. Жопа! Так, у вас что? Пошли по тропе на монастырь вниз. Вот здесь ходили христианские монахи много-много лет назад. У меня тут примула скачила. Паша, звук портите. Не, ну нормально. Да-да-да, нормально. Я помню, как я матерился на ступеньках. И ты мне смог лучше там пройти. А? Что говоришь? А, не понял еще раз. А, ну мы идем по тропе, то есть как бы. На самом деле там спуск небольшой. Как есть, так и есть, как бы, да. Ну там под сотни метров. Мы еще будем здесь обратно подниматься, не расстраивайся. Зачем? А мы сейчас этот, ну смотри, у нас же трек. Он сейчас, мы сейчас не на треке, мы сейчас заходим в монастырь. То есть это доп. Опция, скажем так. Мы сейчас в него сходим, посмотрим фрески. До попции. До какой попции мы идем? Ну вот до самой-самой попции мы сейчас дойдем. Да, это еще не забывайте, что потом надо на горку сбегать. Да, а потом сбегаем на горку. Да нормально. Слушай, не обязательно, это же не обязательно к исполнению. Мы можем либо весь план перестроить, либо кто-нибудь бегает на горку, а кто-нибудь потусуется внизу. Я бы хотел бы где-то плевать, а получается хочу кофе попить. Это мы сделаем обязательно. У нас плева? Давайте 5 минут прям буквально. 5 минут прям буквально. Курточки решили надеть, да? Да хрена до нас. Курточки. 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 Очень люблю курточек. Вас это самое. Вам бойлер согрели. Горячую воду. И правда, в 9 вечера пришли, открыли базу, нагрели нам воды, помыли. Мы дети такие. Сейчас вообще будет Красноярский край. Что, он проверил? Возьмем роут этого монстра.
Just down. There is monster here? Yep. So check it out. Каменный гриб. Идем дальше к монастырю. Да, возможно, мы его сейчас увидим. Вот, видишь, вот эти вот места и камни такие витиеватые. Ну там вообще кладка. Там клад, стены сложены вот на таком валуне, скажем так. Где? Ты кладку видишь где-то? Там кладка на валуне должна быть. Это вот ты что покажешь? Он рядом. А, нет, нам еще километр идти. Ты, камушки. Кого? Короче, не переживай, все получится. О, камушек такой, да? Лег. Кидал, да? Как будто так, или наперсток какой-то, что ли. Так интересно. Кстати, да. Крестик не надо туда ходить. Маршрут строится здесь, в обход. Итак, пришли вроде как на Стилус монастырь. Хотя по карте еще 260 метров топать туда. Сейчас разберемся, что не то. Ну, по крайней мере, кладка уже пошла. То есть, возможно, это монастырь, он здесь начинается, скажем так. Давайте сходим, посмотрим, куда мне это.
Да, такие прям. Ух ты. Что там, фрески видно? А, ну это типа, да, это же какой-то овощехранилище какой-то, скорее всего. Как и в этом монастыре. Как его? Куршумлу над Давутларом. Там тоже отдельно стоит вот такая постройка по типу, где они все хранили. А сам монастырь, вот эта вот церковь там, все такое, оно подальше. Фрески. Элемент архитектуры. Да, она такая. Да, да. Тоже похоже что-то. Как вы? Вот еще одна постройка монастыря. На скале прямо. Сосна там выросла. Еще одна постройка. Фресок пока не видно. Я тут-то! Мы в монастыре, самое главное. Ну давайте, ребят, какую-нибудь полянку найдем для обеда. Тут полянка есть, но она в тени. Интересно, тут сохранилась такая кладка с отверстиями. Тут дымоход, что ли, или вентиляция. Что это?
жили. Непонятно. В общем, фресок найти не удалось, к сожалению. Вот тут прям шариться, искать. Ну, монастырь мы посетили. Постройки увидели. Я почему-то думал, здесь церковь сохранилась, и там вот фрески. Оказывается, нет, не все так просто. В монастыре даже есть стол. Это мельница, да? Да, Жернов. И вон второй валяется, второй круг, видишь? А, да, слушай, вообще... Смотри, вот это вот одна часть жерновов, а это вот вторая. А мне Стас обещал нож. Я тебе могу дать этот, Саш, да? У него так и нет? Фрески спрятаны вот в таком гроте, нам подсказал наш попутчик из Бодрума. Там все завалено. Завалено? Как он туда залез? Это уже полез. Ну что там? Там узко, я не хочу туда лезть. А как же он туда залез? Не знаю, он сказал, просто что они там. А, он просто предположил, что ли? Полезешь, Оль? Вот я стою на монастырской стене, ручей здесь течет. Поднимаемся по ступенькам в какое-то помещение. Ух ты! Смотри, лысое какое дерево, да? Аж прям кожа как будто, смотри. Вот, идем через такие сложные штуки. Опа. Вот наверх позаглядывайте, вот сещили, Паш. Ага. И слева от тебя. Пока вот ничего вот нету. Это где-то наверху как раз. Окей. Окей. Степс. Югл, степс. Окей. Вот высеченные ступеньки здесь в скале. Вот этот крест. Ух ты! Угу. Здесь прям dangerous. Интересно, тут как-то ступенька раз и прерывается. Лестница, что ли, была?
Ну все. Подожди, а там вот нет вот дырки? Вот это вот видео очень мне напоминает. А, вот они, фрески, да. Вот они! А-а-а, мы нашли! Ура! Я прямо вспомнил. Класс! Супер! Только как к ним поближе подойти? Да, не, вот с этих ступеней. Опупеть! Здорово вообще! Нашли! Я же говорю, что это дерево, я вспомнил. Да, Игорь, ты вообще. Вот это дерево, у да? У меня флешблэк, да. А вот такой, который, кто он. Такой фрески показывал, нет? Нет. Он сам их не видел. Он вот так прямо показывает, ступени вниз показывает. Я говорю, там осталось наверх заглянуть. Вот, блин, вообще, представляешь? Класс. Отсюда не видно. Он на видео снимал, не видно. Акция браво, человека, браво. Который браво. Сюда приходил, не увидел фрески, браво, пришел браво, второй браво. Раз и увидел. Стило монастырындайыз. Çok aradık. Çok sulaştık. En ücra akıl almayacak bir köşesindeyiz. Aynı zamanda Kibele'ye adanmış bir yer. Ve burada. Ve burada. Muhteşem freska. Giremiyorum çünkü merdiven yok. Да, фантастика. Вообще. Когда несколько человек из пазлов этого составили, потому что я говорю, я один раз видел видео, где оно вот здесь, между какими камнями. Да, да. Понимаете, какое он слово говорит? Что-то в нише было. Эти, как их, факелы? Кэндлс. Вот они, фрески, они прям и на потолке, и здесь вот они. Ну, шикарные фрески, конечно. Искали мы их, искали. И вот нашли, благодаря коллективному разуму, скажем так. Хорошо сохранились. Иисус на куполе грота. Класс. Я прям хотел их найти. Богородица с Иисусом маленьким, Дева Мария. Здорово, нашли мы все-таки. Вот чуть-чуть отошли от грота с фресками. Вот такой вид здесь в долину открывается. Нет, здесь еще. Постройка монастырская. Вот керамический элемент какой-то здесь валяется. Вот он. Ждем с орнаментом, да? Ну, есть слегка. Да, я видел тоже. Я даже подумал, что это современный. Так, ну что, снимаем реакцию людей. Я думаю, более восторженные, чем... Бодрумского товарища мне. Да, да, да. Осторожно, живые камни. Сейчас им по голове как раз. Кстати, да, ну. Ну, ребята идут. Все пришли. Рюкзаки можно оставить, они. Оставьте нафиг вам рюкзаки, Женька.
собаки. А палки? Тоже. Здесь камни. Блять, собака, ну... Дом! Блин, а собаку надо. Собаку вообще не надо. Слушай, а этот Дун-то ходил с нами? Нет, он там остался. Не, он там остался. Ну вот он теперь стоит. А он здесь оставался, да? Да. Это то место? Да. Он там. Я уже видел, что высоко, я уже можно? Ладно, день прожит не зря. Мы увидели свою цель. Да. Вообще класс. Ворота. Каждый из нас тут был. Но никто не дошел. Вы тоже уже были здесь, да? Я ходил здесь и наверх никуда залезал. Так и он был тоже. То есть фрески, они вот эти, ориентиры, эти ворота. И надо туда вот, наверх, 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 наверх. Там будут фрески. Все, посетили мы Стилус монастырь. Возвращаемся назад. Ну, в смысле, не назад, а на трек, в котором мы пойдем сейчас на вершину колесо. Надеюсь, мы до нее сегодня дойдем. Все, у нас время 5 часов вечера. Мы уже на вершину колесо не успеваем. И идем обратно в багажник. Ну, есть повод повторить. Все-таки одним разом не получилось. Ну и ничего. Красота-то какая. Уже солнце близится к закату. Режимное время. Видны все тени. Смотрите, черепа. Вот. Да, кстати. Похоже. Вот, встретилась еще одна постройка здесь по пути. Понятного назначения. Ближе к вечеру все стало еще красивее. Классно.
зацепился. Пробуем. Вообще все так подсвечивается прям. И вот снова мы пришли к святилищу Зевса. Тут даже вот какой-то вот, как это называется, выпуклость такая имеется на колонне. Орнамент. Да, ну тут вот так вот все. Колонны валяются. Вон там блоки стоят. Наверное, если здесь копнуть, так здесь можно, наверное, что-то накопать. Интересно. Все, возвращаемся к машинам уже. Вот осталось буквально 800 метров до машин. Еще чуть-чуть поснимаю. Луна сегодня. Все, солнце за гору зашло. Прекрасная сегодня была прогулка. Такие места, такая погода шикарная. Нашли фрески. Да. Так, ты нас пропустишь, дорогая? Ты что, на собачку, что ли, засмотрелся? Собачка как собачка. Давай, иди домой. Иди домой. Иди, иди. Вот, молодец. И чего?